Сегодня 30 декабря 2021 года. Смотрим на ТБУ Селигерская. Вот так смотрится этот объект. Рабочий день, четверг. Не вижу движения. Ну, наверное, работают. Сейчас начало четвертого. День еще. Вот на таком этапе сейчас возведение транспортно-пересадочного узла. Четыре крана. Какое-то затишье у меня здесь. Ну, возможно, работает. Работа явно не кипит. Не видно. Да, четвертый этаж. Вот с этой стороны мы не видим, мой четвертый этаж возводится. Здесь четвертый этаж уже есть. С другой стороны. Вот сверху уже там видно, что же. Будет надстройки. Да, а здесь вот так. Сегодня последний рабочий день в году. В 2021. Давайте посмотрим вот с этой стороны. Произошло за эти месяц-полтора. Вот там Дмитровское шоссе просматривается. Вот здесь. Совсем чуть-чуть. Да, закрыли Дмитровское шоссе, видно, да? И закроют парк Федорова. Вот он у нас, парк Федорова. А, работает, вижу. Вот здесь работает движение. Люди работают. Сейчас снежок идет небольшой. Да,
надстраивается четвертый этаж здесь, в этом месте. Да, работы еще много. Вот весь четвертый этаж с этой стороны. Да, последний рабочий день в этом году, в 2021. К 23-му году построят, в 23-м году открытие транспортно-пересадочного узла с торговым центром и автовокзалом. Продолжу снимать и в новом году, в 2022. Здесь Бескудниковский район в нашем северном округе. Метро Селигерская. Я снимаю из района Западное Дегунино. Вот наш двор. Стройка. Видно Бескудниковский район. Вот на дома по реновации. Сейчас я поснимаю их отдельно. Уже достраивают третий дом. Да, вот так выглядит ТПО Селигерское на сегодня, 30 декабря 2021 года. Мало-помалу строят. Еще есть время к 23-му году. Да, север города Москвы, столица.